9 ноября во Дворце культуры «Металлург» состоялись праздничные концерты в честь Дня профессиональных союзов Узбекистана. На мероприятие были приглашены ветераны труда, пенсионеры, находящиеся на заслуженном отдыхе, а также молодые специалисты, осуществляющие деятельность в структурных подразделениях Алмалыкского горно-металлургического комбината и активисты Союза молодежи предприятия. Ассаламу алейкум, азиз ёшлари улуг, нурани мутахаллиримиз. Ассаламу алейкум, бир қўли билан дунёни, бир қўли билан бешикни тебрата олган мунис ва муътабар онажонлар. В начале концертной программы собравшиеся заслушали поздравления председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» Абдуллы Хурсанова с Днем профессиональных союзов. Затем началась развлекательная часть. Для гостей выступили артисты юмористической группы «КХХ», выступления которых подарили всем отличное настроение. Финальной точкой в обширной праздничной программе стала дискотека под любимые песни в исполнении столичных певцов. Помимо работников Алмалыкского горно-металлургического комбината, на концерт пригласили и членов их семей, пациентов санаторно-профилактического учреждения. Ведь Совет профсоюза работников АГМК заботится не только о трудовых, но и личных интересах своих сотрудников. Профсоюзный комитет – это мы с вами, поскольку от нашей сплоченности, осознания и умелой аргументированной защиты своих интересов зависит наше благополучие.